Следы всемирных игр стерли с дорог Казани. Разметку, которая была лишь на время универсиады, начали закрашивать. А вот запрещающие знаки близ спортивных объектов пока убирать не спешат. Некоторые вовсе решено оставить. Подробности выяснила Карина Насрудинова. Временные могут стать постоянными. Речь о дорожных знаках, запрещающих остановку и стоянку вблизи спортивных объектов. Предполагалось, что новые правила будут действовать лишь на период универсиады. Но в столичной госавтоинспекции убирать знаки не торопятся. На данных участках необходимо будет провести ревизию, выслушать предложения и комитета по транспорту, комитета внешнего благоустройства и принять решение о продлении или прекращении действия данных постановлений по ограничениям стоянки парковки. А вот к удалению временных автобусных полос уже приступили. Буквы «А» маскируют в цвет асфальта. Несмотря на то, что фактически с 18 июля полосы открыты для всех, от штрафов автовладельцы не застрахованы. Протоколы и письма счастья можно обжаловать, рассказал в эксклюзивном интервью каналу «Россия-24» начальник городской автоинспекции Рустам Ибрагимов. Если наши сотрудники по ошибке, по незнанию или там по другим основаниям вынесли постановление, составили протокол, необходимо обжаловать данное постановление для того, чтобы отменить такие постановления и прекратить административные. На каких улицах автобусные полосы можно игнорировать, информация на сайте ГИБДД. В ближайшее время обещали опубликовать список участков, на которых разметки уже не действуют. Карина Насрудинова, Адель Мендубаев, Вести Татарстан.